Добрый день. Сегодня ветерок могуч, гоняет стаи туч. Вчера я реально не был готов, что делать будем на 21 число, поэтому сегодня такое предложение сразу по делу. Значит, они будут проводить это с сегодняшнего дня на завтрашний, то есть в 12 часов ночи. Ну, мы предлагаем следующее. Значит, в 11 часов запускаем волну шамана, кто может с огнем, с кострами, со свечами. Ну, в течение часа просто прогоняем. Ну, еще можно без 15-12 еще раз запустить эту медитацию, волна шамана. Ну, и дальше отпускаем ситуацию. Можно пройтись так, чтобы вот эта волна прошла по всем синагогам, то есть с усилением ветра до 100-200, чтобы там все смывало. Волна, которая идет под землей, тоже, чтобы потряхивала именно эти точки. То есть примерно представляя, где это происходит. Ну, в таком плане, то есть сбить их намерение в некотором плане. С другой стороны, так, и дальше по ходу. Значит, потом в 8 утра, когда уже солнышко встанет, можно опять прогнать волну шамана. Дальше в 10 часов мы уже медитацию очищения солнца. 21 число уже получается утра. Дальше с 12 до часу мистик сделает новую медитацию на счастье, радость, спокойствие, на драйв. То есть, ну, на благоприятное развитие на земле. Дальше в 15 часов чистим опять землю солнцем. Ну и в 5 часов еще раз запускаем волну шамана, чтобы уже смыть все остатки, которые вдруг откуда ни возьмись появятся. Это то, что вот конкретно по делу. Дальше. То, что они вызывают, ну, не из чего у них вызывать, в принципе, тут как бы ничего страшного нет. То каких-то техногенные, может быть, появится робот или еще что-то, создание наземного базирования. Но все, что создано людьми и человеком, оно всегда можно уничтожить спокойно. Если оно вредит именно на нашей земле. А так, получается, много советов было, что делать, не делать. Если, скажем так, вот у нас еще чистят. Снега много. Тракторов. Темп, ничего страшного. Мы сейчас как на баяне играем. Сжимая меха, мы уничтожаем всю темноту. А на свет выходит музыка, свет, радость. То есть воспринимайте это как некоторая игра. Игра на музыкальных инструментах. Играйте на драйве, играйте на таком хорошем позитиве. То есть как детская игра. Ну, с маленьким вероятностью, что мы можем проиграть, но в основном с уверенностью, что мы выигрываем. И еще, после каждого намерения, вот, которое мы проводим, свое пожелание, какое вы видите Русь в будущем, то есть цветущую, процветающую, то есть по вашему мнению, и самое главное, кем вы себя там представляете, и уже не просто представляете, а вы видите это, то есть оно уже свершилось, то есть ваше намерение было таким, что оно уже свершилось. Примерно вот так. Счастья, радости, спокойствия. Я Русь.